Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный трактор-пожиратель! Ну все, съездил на рынок, продал помидоры, продал капусту и картошку. Все, заработал денежек, надо бы поотдыхать. Бедный мой трактор, я уже еле доезжаю до города. 70 лет он мне служит верой и правдой. Раньше он был вообще синий, у меня был синий трактор, самый крутой. А сейчас весь ржавый, уже старенький, еле ездит. Надо бы его, может, в ремонт отдать. Ох, ладно, короче, загоню его, пожалуй, я в ангар, иначе, блин, если дождь пойдет, его опять зальет, еще больше ржавчины будет. Все, надо заезжать и ставить трактор. И я так сильно устал, это просто капец, вообще, целый день на ногах в этом, сначала в огороде, потом на этом, на рынке. То продай, тут скидку сделай, здесь у тебя картошка маленькая, там капуста большая, никому не угодишь, сил моих больше нет, все. Трактор я поставил и сам пойду, может, еще что перекушу? Наверное, у меня на кухне что-то осталось, может, какая-то еда вкусная. Фух, ну хотя бы заработал 30 рублей, уже неплохо. Завтра, если поеду, еще, может, 25 рублей заработаю, итого будет уже 55. Куплю себе жвачку. О, осетинские пироги, это я люблю. Еще и кексы у меня. Ох, какой кайф. Ну, покушал, как говорится. Можно и поспать, можно и отдохнуть. Фух, вот это у меня жизнь фермерская, трактористская, не легкая, а тяжелая. Ай, все, отбой. Ну что, змей, что мы тут делаем? Орел, слушай, по нашей информации и разведке, тут живет фермер один. И там у него есть трактор, подходящий для наших опытов. Наконец-то! Мы сделаем настоящий синий трактор-пожиратель! Ну что ж, пойдем. Может быть, у нас на этот раз сработает. Ага, мы уже с тобой 5 раз пробовали сделать трактор-пожиратель, и 5 раз у нас с тобой ничего не получалось. Я надеюсь, что в этот раз у нас все получится, и у нас будет синий трактор-пожиратель. И по полям синий трактор-пожиратель едет к нам. Ну ты скажешь тоже. Но я думаю, что сейчас получится. Так, как думаешь, фермер спит уже, да? Ну да, время 3 часа ночи. Я думаю, он спит без задних ног. Давай посмотрим, где его трактор находится. Так, что мы можем... А, я думаю, мы сейчас будем шуметь, а у него тут что, открыто оказалось? Ага, он не закрывает, видимо. Ага, хорошо. А вот, собственно говоря, наша ласточка. Сейчас я кое-что попробую поменять, и должно сработать. Слушай, змей, ты сказал, что у нас получится синий трактор-пожиратель, а это что-то не синий нифига. Да ничего страшного, он потом все равно синим должен стать. Так, ну если я ничего не напутал, конечно. Ну-ка сейчас через задний проход. Ага, давай, делай из этого трактора пожирателя. Да, сейчас я поменяю некоторые запчасти на запчасти пожирателя. Ага. Сейчас, погоди, другалёк, возьму кое-что покрепче. Ага. Вот так вот, братишка. Ага. Ну-ка, сейчас шандарахну молотком. Ага. И должно сработать. Ага. Что там? Орёл, давай. Давай, делай. 3, 2, 1. Опа! Ё-моё, змей. У нас опять с тобой не получилось сделать трактор-пожиратель. Слушай, ну походу этот трактор слишком фиговый. Видишь, он и ржавый. Он не выживет при этом, блин, трансформации, короче. Ага, ты трансформация. Короче, ладно. Я знаю еще один трактор. Пойдем завтра и попробуем завтра сделать, а эту старую рухлядь оставим. Ничего из него не получится, никакой пожиратель из него не выйдет. Хорошо, Орел, а там трактор поновей хотя бы, а? Да, там он вообще в магазине. А, ну хорошо, давай, пошли отсюда скорее, пока там не проснулся этот фермер. Ага, тьфу ты, ё-моё, зря только время потеряли, нифига у нас не получилось. А я думал, сегодня мы уже сделаем трактор-пожиратель, а завтра мир захватим. Эх, ладно, до завтра, пошли спать. Давай, погнали, змей. Погнали, Орел. Я вообще-то не Орел, я Орел.
Да я понял, давай пошли отсюда. Давай, откуда мы пришли? Да вот, из двери. Ох, ё-моё, ух ты, потягушечки, вот это я, конечно, и поспать, вот это да, после тяжелого трудового дня вырубает просто с концами, ох, ой, сегодня тяжелый день, сегодня надо трактор починить, еще я хотел кучу дел по дому сделать, прибраться, потолок вон, побелить хотел и обои переклеить, короче, сегодня дел куча, надо быстро кофейку попить и можно, как говорится, по делам. Так, а кофе у меня и кончилось, понятно. А это кто? О, сосед Андрюха, наверное, как обычно, за бутылкой пришел. Сейчас выйду, не прыгай. Ё-моё, наверное, пришел уже, опохмелиться ему надо, как всегда. За бутылкой прибежал. Здорово. Здорово, сосед. Здорово. Ой. Чё ты? Как обычно, блин, нет у меня ничего спиртного. Да не, я отдохнул вчера, спиртного... Не надо, я и так переборщил вчера. Слушай, я тут, короче, в холодильник полез и свои запасы обнаружил, что мне жрать нечего, представляешь, сосед? Ё-моё, чё хочешь от меня? Ну ты же это, лютый фермер, у тебя, может, какая-нибудь картошечка молодая есть, там, суповой набор, там, либо салатики, там, помидорки, вот это вот все сделать. У меня мой любимый салат это огурцы с помидорами. Ага, да слушай, я вчера ездил на рынок в город, я все продал, не знаю, пойдем посмотрим, если что в амбаре будет. Ну, что будет, то и дам, как говорится, но не обещаю. Ну давай, браток, а то я проголодался капец. А у тебя как жизнь-то, работу нашел? Да конечно нашел работу, я ё-моё слесарь ё-моё, представляешь? А, подожди, а у меня трактор здесь был. Ты не видел, блин, у меня трактор пропал. Вот здесь вот трактор был, на этом самом месте. Я вчера его загнал. Ой. Чё? Ё-моё. Трактор. Не, это не мой. Мой был ржавый, хотя раньше был тоже синий. Но мой уже был ржавый, старый. Это не моё. Слушай, Димон, так это трактор-пожиратель. Я такого в интернете видел. В смысле трактор-пожиратель? Это что значит? Ну, это трактор-пожиратель, он людей ест. Да в смысле ест людей, Андрюха? Видишь, он стоит, ничего не делает. Он этот, белорус вообще, смотри, это старый советский этот, получается, трактор. Ё-моё, и что делать? Я не знаю, слушай, давай, может, уйдем отсюда, точно не твой трактор? Нет, ты в интернете, что еще пишут про него? Ну, блин, надо убегать от него, потому что он опасный. Ну, это, наверное, фигня полная. Может, нам вообще кажется, я перепил вчера просто. Не знаю, типа, если увидишь трактор-пожиратель, беги. Ну, типа того. Да а чё, он нас не ест, он добрый, посмотри, он выглядит жутко, но он безобидный, пусть у меня на поле поработает. Безобидный? Ну, видишь, не трогай его лучше, Андрюха, надо его выгнать отсюда как-то, сядь в него, выкати его, я ворота открою. Ну, давай попробуем, давай. Сейчас, открыл ворота. А! Не понял? Ты чё, Андрюха? Ё-моё, ты чё его вырубил, моего кента, ты? Ёкарный бабай, Андрюха! Братуха! Андрюха! Сейчас я его за тебя, блин, Андрюха, зафигарю! Ты, трактор, блин! Ты чё, дуралей? Капец вообще! Андрюшкинс, чё делать-то, слышишь? Я его попробую сейчас выгнать, он не дает залезть внутрь, слышишь, блин? Уходи! Сейчас уйду, Андрюха, блин, я помощь позову, погоди! Сейчас кого-нибудь позову. Ё-моё, блин! Ё-моё! Блин, где я? Ещё этот трактор-пожиратель здесь, капец! А, я ещё связан! Не ешь меня! Не ешь меня, дурацкий трактор! Капец, как мне выбраться отсюда? Я тут заперт! Димон! Жесть! Андрюха, орёт там! Ты здесь, Андрюха, я здесь! Еще и трактор пропал! Ты где, пропал. Димон, братишка? Аккуратно, Андрюха! Я иду! Чё? Андрюха, ты где? Алло!
Ты Андрюха, здесь? Вытащи меня! Ты чё кричишь? Тут этот трактор-пожиратель ходит! В смысле? Ну вот, он передо мной был, только что исчез! Вытащи меня быстрее! Я тут никого не видел, сейчас, погоди! Ну, вытаскивай! Нифига себе, он тебя закрал! Отойди, отойди, ну-ка, сейчас давай, я... Давай! О, подается? Спасибо, хорош. Да! Ё-моё, тут передо мной прям стоял этот трактор-пожиратель! Ты начал кричать, я думал, он к тебе пошел. А в смысле? Я его не видел, а тут подходил тебе, и не было никого, ничего. Вот тут прям стоял передо мной, наверное, съесть меня хотел. Где мы находимся? Слушай, Димон, он, походу, нас перетащил, знаешь, куда? Куда? Какой-то заброшенный город, представляешь? Чего? Выходи, смотри. Заброшенный город? Ага, и мне такое ощущение, как будто он тут всех уничтожил, убил всех. Ё-моё, а может быть, и что нам делать? Слушай, у меня есть идея. Ну? Видишь вот это место? Там эта вывеска, ТЭК. Ну, вижу. Это, наверное, какой-то завод, может, там есть что, чем мы можем обороняться? Может, там люди есть, давай пойдем посмотрим, жесть. Ну или люди. Ох, вообще, заброшенный город, тут вообще никого не было, ты никого не видел? Ну, я тут где-то уже час шатаюсь, ищу тебя, и никого не встречал. Так, надо бы быстрее и поаккуратному, потому что здесь где-то ходит этот пожиратель-трактор. Ты посмотри, тут все разрушено. Ё-моё, Андрюха, жесть. Здесь ну-ка, пусто. Ну-ка, есть тут что? Ничего нету, Андрюха, куда нам идти, что нам делать? Я не знаю, тут нет ничего, кроме мусора получается, а я думал, что что-то есть. О, там человек! Ё-моё, он мертвый, Андрюха, видимо, его убил трактор-пожиратель, это, может, главный был в этом заводе. Ну, похоже. Это что у него, пистолет, что ли? Я, пожалуй, возьму, Андрюха, это реально пистолет боевой. Ого себе, слушай, с пистолетом гораздо лучше будет. Ага, слышь, Андрюх. А? Я не понял, мы с тобой через эти двери заходили? Да, в смысле? Не понял. Произошло? А как их закрыли на решетку, блин? Ну-ка, сейчас попробуем на кнопку нажать. Ё-моё, так нам не выйти, Андрюха! Черт возьми! А где тут еще выход? Я не знаю, давай сюда, Андрюха, блин, тут на туалеты. Что здесь запер, блин? Ё-моё, а как нам выйти, Андрюха? Это что за приколы? А вот, смотри. Ага, чё? Блин, ну лифт, походу, вообще никуда не поедет. Блин, лифт, да, да ты чё? Да, его засыпало, лифт никуда не поедет. Может, и есть лестница какая-то? А вот здесь еще проход. О! А! Ё-моё! Жесть! Ты смотри, этот человека убили! Капец! Давай, Андрюха, аккуратно пойдем по лестнице! Ёкарный! Куда пойдем? Ты че наверх посмотри? О, там этот пожиратель! Обратно! Обратно! Давай обратно! Ё-моё, закрывай дверь! Может, попробуем все-таки на лифте? Ну давай попробуем, может, запустится все же. Капец, ты видел? Ага! Этот танк пожиратель, людей тут всех какой пожирает. Какой танк? Трактор! Да, трактор, ё-моё, давай запускай. Давай, поехали. Посмотрим. Ну, о, работает. Смотри, он едет. Нифига себе, по кайфу, Андрюха. Четко. Так, а тут что у нас? Тут мертвые люди. Ё-моё. Что за дела такие? Непонятно, Андрюха, что тут делали? О, смотри, ящики с оружием. Ну-ка, там есть что? Не знаю, посмотри. Открывается? Не открывается. Нет, блин. Закрыты. Ё-моё, давай поищем, может тут есть какие-то пушки или что-нибудь такое. Давай только осторожнее, это трактор рядом где-то. Ага, дурацкий трактор-пожиратель. Ну вроде ничего нет, Андрюх, вроде все пусто, слышишь? Погоди, Димон, мы тут еще не были. Во, смотри! Автоматы! Автоматы Калашникова! Ага, давай возьмем! Это, конечно, калибр посерьезнее, Андрюха. Я думаю, мы с легкостью расстреляем этот трактор-пожиратель. В натуре, тут это, бронебойность лютая. В натуре расстреляем, если чё. О, да тут вообще и патронов куча. Собирай, Андрюха. И знаешь, что я предлагаю? Калаши собирали, а? Этот был, наверное, действительно военный цех такой. Собирали калаши. Давай попробуем, может, до крыши доехать на лифте. А с крыши сейчас прыгнем. Это единственный шанс у нас будет сейчас выбраться. Ну давай попробуем, у нас другого выхода нет, братишка, давай. Давай, дурацкий этот трактор-пожиратель все время за нами. Опасный. Андрюха! Капец! Андрюха! Ё-моё! Ё-моё! Жесть! Слышишь? Спрыгивай! Андрюха, спрыгивай, пока давай он нас не сожрал! Давай спрыгивай скорее! Давай ё-моё. Здесь, помойку спрыгивай! Ты где, Андрюха? Я вниз спрыгнул! В какую помойку, блин? Я у входа! А ё-моё! Всё, давай убегаем отсюда нафиг! Он там стоял, это жесть! Куда полез, блин? Да я вот мимо помойки! Офигеть, Андрюха, он нас, блин, это там поджидал! Хорошо, ну-ка. Он не успел среагировать! Он там еще нет? Не знаю, не вижу! Слушай, его там не видно. Ага, жесть, давай стыкаемся. Давай, может быть, сюда куда-нибудь. Давай, попробуем. Но тут закрыто, Андрюха. Вообще никак не поднимается. Да, никак. Он сзади, он спустился.
Давай, опору в него зажимай всю, может, это прорвем его оборону. С калаша сейчас мы этот трактор-пожиратель-то и уничтожим, Андрюха, дурацкий, блин. Шесть он откидывает. Страшнее, чем кажется на самом деле. Ага, супер опасный трактор-пожиратель. Вон, давай, может, в мотель какой-нибудь или куда-нибудь, Андрюха, сныкаемся. В госпиталь попробуй. Давай попробуем, он вообще не взрывается, он в интернете, блин, казался слабее. Ага, закрыто там, Андрюха, госпиталь этот закрыт, не зайти в него. В отель? Да. Скоро закрыто, блин. Блин. В госпитале, в отель, что делать? Я не знаю, Андрюха, его никак не взять этими калашами. Скорее всего, ничем нам не пробить. Ничем не пробьешь. Реально, блин, я даже не знаю, как его уничтожить, этот трактор-пожиратель опасный. А может, в это здание спрячемся? Какое? В какое, Андрюха? Ну вот тут двери есть. Так, давай попробуем, давай. Залетаем, слышишь? Открыто, отлично. Так, тут какая-то плавильня, печи, Андрюха. Все опять мертвые, трактор этот всех поубивал. Ого себе, слушай, Димон. А. Мне кажется, мы можем тут забаррикадироваться неплохо. И подождать, может быть, какую-нибудь помощь, а? Да какой, Андрюха? Если город заброшенный, какая помощь? Ты лучше смотри, что тут есть. Ого себе, это что такое? А ну, Андрюха, это походу... Это огнеметы! Нифига себе, так это реально огнеметы в этом цеху находятся, вот тут Мы можем расплавить этот трактор, пожиратель, Андрюха, огнеметами! Слушай, реально же! Только ну что, меня не сожги. Давай попробуем, Андрюха. Ну давай попробуем. Так. Как думаешь, он еще там? Я не знаю, но надеюсь там, чтобы мы его расплавили. Давай выходим, вон там, Андрюха, открывай огонь. Давай осторожно, уходим из города. Давай, по-тихому выходим из города и жжем его. Нифига, тут все в огне, я ничего не вижу вообще. Гори, ясно, чтобы не погасло. Поджигай его, амахасло, амахасло. Как там песни было, блин. Гори, ясно, трактор-пожиратель. Я про трактор синий. А, по полям, синий трактор едет к нам. Мы его сейчас сожжем, Андрюха, давай вдвоем, жестко прям. Давай прям на поле его сожжем. Давай, на поле, блин, на поле боя. Идем. Опачки. Ой, Андрюха. А где он, его не вижу. Мы его сожгли, что ли? В натуре мы его сожгли, братишка. Андрюха, мы его сожгли, тут все в огне, блин, слышишь? А, нифига, вы тут устроили суету, братан. Он прям это, сплавился, получается. Офигеть, мы его жестко расплавили. Вот это кайф, Андрюха, вот это огнеметы лютые. Слушай, после сегодняшнего дня я вообще бросаю пить. Ага. Пить не буду. Давай лучше это, свалим оттуда. И у меня это, огнемет заберу. Мне как раз надо было траву косить. А я думаю, косить не буду, я ее всю сожгу. Да? Ну тоже можно, кстати, почему нет? Ага, на моей территории я ее и сожгу. Ну все, Андрюха, сваливаем отсюда, пока этот трактор-пожиратель не вернулся, мало ли чё. Да не думаю, что он вернется. Слышь? Ладно, давай уходим. Андрюха, отсюда. А это ж походу мой трактор был. Как он стал таким злым? И чё теперь с моим трактором? Слушай, а ты с ним хорошо относился вообще с этим трактором-то? 70 лет я его любил. Любил? И ни разу не чинил. Странно, я не думаю, что он превратился в трактора-пожирателя просто так. Не знаю, может, что-то произошло. Ладно, Андрюх, свалим вам отсюда. Давай, о, слушай, тут вниз. Да, погнали. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился, и мы с Андрюхой надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. Ну а на этом у нас все, всем большое спасибо за просмотр, удачи, болейте, успехов и пока-пока! Всем бай-бай, дорогие друзья!